Уважаемые земляки, дорогие друзья, все, кто сейчас дома, в дружеском кругу, на площадях и в парках у наряженных елок, все те, кто в пути, на службе, на работе, в Новый год мы все вместе слушаем бой легендарных кремлевских курантов, которые звучат на весь наш, вроде бы огромный, но в то же время такой маленький мир. Проводив с благодарностью 2019 год, мы встречаем юный 2020. У Нового года есть счастливая особенность. Он в одну секунду зачеркивает все плохое, что случилось в прошедшем году, и дарит шанс начать все с чистого листа. Снова пойти на штурм тех вершин, что не покорились нам прежде. Простить тех, кто вольно или невольно обидел нас, и попросить прощения у тех, кого обидели мы. Исправить ошибки, вернуть любимых. Но главное, он дает нам силы поставить перед собой новые цели и идти к ним с новым упорством. В эту ночь мы открываем для себя неизведанные горизонты свершений и верим, что все получится. Силу для этих свершений дают нам те, кто рядом. Наша семья, наши родители, наши дети, наши друзья. Обнимите их сегодня. Скажите самые добрые слова. Пусть они почувствуют тепло ваших сердец. Как известно, любовь и доброта спасут мир. Так станем же в этом году немного добрее. Протянем руку нуждающимся, поможем обездоленным, улыбнемся ребенку, возьмем домой бездомного кота. Станем добрее, и мир станет добрее к нам. Загадывая желания в последние минуты уходящего года, мы едины. Мы желаем всего самого доброго себе, своим близким, своим друзьям, своей родине. Так пусть это единство сохранится на весь год. Тогда мы точно справимся со всеми вызовами и возьмем все вершины. Желаю вам, чтобы исполнились эти самые заветные желания. Пусть ваш домашний очаг всегда будет полон любви, тепла, достатка. С Новым годом! Уважаемые ульяновцы, уважаемые гости нашего родного города, позвольте вас поздравить с самым замечательным, самым добрым праздником, с наступающим Новым годом. 2019 год был для города Ульяновска очень знаменательным. Мы со всей страной вступили в реализацию национальных проектов. Что такое национальные проекты? Это строительство новых дорог, это строительство новых школ, это строительство скверов, бульваров, это улучшение качества первичного звена медицины. И обо всем этом можно смело говорить, что благодаря вашему труду, благодаря вашему участию, мы сегодня за 2 года построили 3 новые школы, мы ввели 6 новых детских садов, мы построили скверы на Камышинской, Врача Михайлова, Промышленной и многих других. По подведению итогов в Приволжском федеральном округе, благодаря вот этим вот проектам, город Ульяновск занял почетное 5-е место. Конечно, слаженно работа правительства Ульяновской области во главе с Сергеем Ивановичем Морозовым, она дает очень позитивный результат. Мы с вами приняли городской бюджет, который составляет 5 с лишним миллиардов рублей только собственных доходов, и 6,5 миллиардов рублей нам идут дотации из областного бюджета. Я хочу искренне поблагодарить губернатора Сергея Ивановича Морозова за любовь и уважение к жителям города Ульяновск, членов правительства Ульяновской области. И впереди у нас, конечно, амбициозная задача. Мы руководствуемся, конечно, вашими предложениями. Хочется сказать огромное спасибо жителям. Вы очень неравнодушны. Вы обращаетесь к нам и в сети интернет с письмами, предложениями. Мы все это учитываем в нашей дальнейшей работе. Я уверен, что вместе мы добьемся самых амбициозных целей. Наша сила в единстве. 2020 год особый. Год 70
75-летие победы в Великой Отечественной войне. И мы прекрасно понимаем, что наши отцы и деды выиграли войну, потому что они были едины. И я уверен, что жители города Ульяновска будут едины в реализации тех целей, которые стоят перед нами. И, конечно, 20-й год объявлен губернатором Сергеем Ивановичем Морозом на территории Ульяновской области годом молодых. И мы видим сегодня молодежь, активно участвует в реализации проектов. Еще раз с наступающим Новым годом. Добра, здоровья, удачи вам, вашим близким, каждому из вас, каждому приезжему гостю, тот, который сегодня находится на территории города Ульяновска. С наступающим 2020 годом. А в Новый год все ждут чудес, подарков. Наши дети пишут письма Деду Морозу. И, конечно, мы очень бы хотели все, чтобы 2020 год был лучше, чем 2019 год. А в предновогодние дни мы стараемся дарить подарки. Мы стараемся протягивать руку помощи. Мы стараемся быть все чуточку добрее. И я хочу сказать большое спасибо всем, у кого это получается. Потому что тем самым мы действительно делаем вокруг себя атмосферу лучше. Дети наши улыбаются, смеются. И весело, и хорошо, и по-доброму становится на душе. Уважаемые ульяновцы, дорогие жители Ульяновской области, дорогие гости Ульяновской области, от всей души поздравляю всех с наступающим 2020 годом. Хотел бы, чтобы в каждой семье жило простое человеческое семейное счастье, чтобы дети наши были здоровы, смеялись, улыбались, чтобы взрослые решали проблемы, вопросы, любили друг друга. И, конечно, чтобы все мы действительно в 2020 году каждый день дарили друг другу добрые дела, делали хорошие поступки, жили дружнее и крепче и любили друг друга. С праздником всех! С наступающим Новым годом! Завершается 2019 год. А это значит, пришло время подводить итоги, в том числе и работы Ульяновской городской думы. В этом году мы в два раза снизили ставку налога на землю под гаражами. Мы ужесточили правила пассажирских перевозок для того, чтобы у администрации города были все инструменты для наведения порядка. Еще 10 парков и скверов мы защитили статусом особо охраняемых природных территорий. По-новому стали работать с наказами, что позволило выполнить тысячи пожеланий горожан. Впервые принят бездефицитный бюджет благодаря поддержке наших региональных коллег. А это значит, в 2020-м станет больше детских спортивных площадок, скейт-парков, отремонтированных школ и детских садов, благоустроенных дворов и новых дорог, и многого-многого другого. И, конечно, мы будем бороться за светлый Ульяновск с хорошим освещением. Но главное, я хочу пожелать вам здоровья, для того, чтобы ничего не отвлекало от реализации идей и планов, от вашей мечты. Процветания вашим домам и семьям. Счастливого Нового года!